нашему разуму? Нашему разуму не дано понять отвлеченное свойство и суть вещей. Потому что отвлеченное свойство – это философия, оно не находится в материи. И суть, она абсолютно невоспринимаема нами, потому что мы существуем внутри материи только. Нам дано понять только материю и ее свойства, ее формы. Из четырех категорий постижения есть две категории, которые мы постигаем явно, и на этом строим свои науки, в том числе науку Каббала. Это материя и свойства и форма материи. И есть два свойства, которые мы не постигаем. Это абстрактная форма и суть. Но каббалисты говорят о том, что в конечном итоге, после того, как мы достигнем полного своего исправления, там у нас будут другие возможности. Но пока это только так, ограничено. С одной стороны. С другой стороны, это ограничение, если оно правильно реализуется в нас, если мы правильно умеем с ним работать, оно нам помогает выявить четкие границы нашего постижения и таким образом не путаться, представлять себе реальный мир, свои реальные возможности. То есть Каббала и в этом мире или в духовном. Каббала четко определяет, что можно исследовать, а что нет. Да, а что является просто фантазией, что является несбыточным, что является эфемерным.